Совсем недавно завершился чемпионат Европы по паралимпийскому фехтованию, где наши спортсмены завоевали огромное количество медалей. И сегодня мы пообщаемся с победительницей турнира парапира среди женщин Ксенией Овсянниковой. Ксения, расскажите, пожалуйста, про чемпионат Европы, с кем фехтовали, как тяжело было фехтовать, как нанесли последний укол в финале. Здравствуйте, очень приятно, что вы интересуетесь новостями паралимпийского спорта. И, конечно, я с гордостью могу сказать, что наша команда сейчас на чемпионате Европы в Италии, который проходил в городе Казале-Монферрато, выиграла огромное количество медалей. У нас 10 золотых, 4 серебряные и 13 бронзовых наград. Я выиграла среди женщин парапире в категории «С». Это моя вторая уже такая серьезная награда. В прошлом году я в этой же категории выиграла чемпионат мира. Я очень горжусь своими результатами и, конечно, результатами своей команды. А вообще, насколько высока конкуренция сейчас в паралимпийском фехтовании? С кем вы фехтуете? Какие страны представлены? Сейчас на чемпионате Европы были представлены спортсмены из 17 стран. А вообще у нас на чемпионате мира участвуют в основном 35-36 стран. Лидируют китайцы. Но в Европе Россия самая сильная. А вообще, как давно вы фехтуете? Где фехтуете? У кого тренируетесь? Я фехтую с самого начала основания Федерации паралимпийского фехтования России у Белкиной Елены Борисовны. Уже почти 11 лет мы отмечаем, 11 лет в этом году. У нас есть еще очень сильные центры в Уфе, Новосибирске, в Омске. А как вообще пришла такая вот идея заняться паралимпийским фехтованием? Это случайно получилось. Елена Борисовна узнала о том, что в мире развивается фехтование на колясках, и решила создать такую федерацию и найти спортсменов у нас в России. Я попала случайно. А чем завлекло? Почему решили так остаться и так серьезно заниматься? Елена Борисовна была очень вдохновлена. И сразу было видно, что она хочет создать команду. И нас сразу предупредила, что мы будем готовиться к Паралимпийским играм в Пекине. Это было в 2008 году. И у нас команда действительно тогда собралась из 5 человек. И поехали ребята в Пекин. Без медали остались, но все равно старт был за 3 года подготовить команду к играм очень серьезный. Сейчас какие планы на ближайшее будущее? Мы сейчас, естественно, готовимся к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Мы очень надеемся, что у нас пройдут 13 спортсменов. Я еду туда уже как представитель технического директората, потому что я вхожу в состав международных комиссий по фехтованию на колясках. Спасибо большое, удачи вам, пожелаем победы. Спасибо больше. Большое. Спасибо.